чаю попить, Ирина? В туалет. И что? Ничего, сейчас будет трагедия прямо тут, что не бачите. Пиши в аристократ, там точно есть пристосованный туалет. Я знаю точно. Короче, прольется. А посадить меня. Ирина, я правильно понимаю, инвалиду здесь невозможно в туалет сходить? Инвалиду от корпусного парка Орла вот до сюда возможно зайти только в один магазин по дороге, в Гранд Маркет. И то, если там преодолеть препятствия из бархана. Что тоже является достаточно сложным. Привлекаем внимание на так, вроде все напишут, а вы надеемся нормально. Тушься, Ирочка, тушься. Ты тушься. А если я в театр хочу? Хоть не спешите, не подниметесь. По обручу отпускать полностью. Да? Да. Почему? Момент был отпускать. Опа! Доезжаете? Нет, я там заезжаю. Надо. О! О, мама! Мама! Тоня! Бицепсы будут такие! Я же не отпускаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А если у человека в руках рефлекса нету взять? А тут оба упираемся в табуретки. А если человек в возрасте уже сильный? Руки да. Широкие. А тут в табуретки упираемся. Вон этим самым. Ай! Заехать, в принципе, можно. Спасибо. Девочки, а дальше я вам хочу сказать, это не для людей с инвалидностью. Тут є ліфти, тут є пристосовані туалети, тут є пристосовані номери. За потреби МРС. Можна там, ну, ми в цьому готелі в цьому році приймали гостей з Національної асамблеї інвалідів України. У нас тут проводився семінар.